Привет, меня зовут Вильма Кутовичута, я из Литвы, но живу в России довольно-таки давно. Закончила ГИТИС, честно, не вспомню в каком году, поскольку год мне много, мне 35. В театре я не играю, но снимаюсь в кино. Из последнего, наверное, сериал «Контакт», где я играю очень такую бесконечно любящую, нежную особу без изъянов. Дальше сериал «Воскресенский», где я играю вообще очень такую задорную журналистку, которая вечно лезет на свои дела. Сериал «Трудные подростки», в которых я играю очень правильную учительницу. Каких-то очень много правильных людей. Это мой кот делает странные ушами. И роуд-муви с Сашей Петровым, наверное, я там играю просто себя, абсолютно себя. Вот, и не знаю, что еще сказать надо в визитке. Мой рост 170, глаза голубые, если кого-то это волнует. Вот, и все, наверное.